С 20 по 25 ноября состоялся конкурс творчества и спорта «Мистер студенчества России-2015», получив наибольший результат в народном голосовании. Представлять Республику Башкортостан на первом всероссийском конкурсе отправился студент нефтекамского филиала БГУ Александр Плющ. Финальные состязания прошли в Иваново, где побороться за титул приехали участники из 39 регионов России. По итогам конкурсных мероприятий Александр Плющ вошел в тройку титулованных призеров, завоевав звание «Мистер творчества».